sound waves reaching the microphone are changed into impulses of electric current. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. Так, всем любителям доты привет, кто присоединился к нам в этот вечер на нашем канале We Play Together. У нас начинается сегодня очередной день Aeon с Кэпа, встречается Капа, простите, Кэп, Кап, Капа Прайд. Встречается Тим Дизо против Сники Брики. Команда является новым на нашем турнире. Да, потому что они пришли на замену командам, которые не смогли продолжить участие. Отдельно хочу сказать спасибо за это командам. По поводу турнирного положения. Эти команды, скажем, как зашли друг за другом на наш турнир, также они находятся в турнирной сетке друг за другом. И эта встреча решит, кто же останется выше, кто же сверху. У Team Dizzo 4 очка, у Сники Брики 3 очка. Так, посмотрим. Сники Брики забанила уже Вайда, Инвокера и Омнинайта. Сейчас у них проходит 4-я стадия банов. Посмотрим, кто это будет. Долго думает команда Сники Брики. Вот, поэтому перейдем сразу к банам команды Дизо. Дизраптора, к слову, банит команда Сники Брики. Дизо банят Пака, банят Дровку, банят Тинкера, банят Сларка. Таких самых сильных, скажем так, героев. Я так понимаю, просто они тоже не видели игры предыдущие, ну, своих противников. Банят таких, ну, знаете, когда вот играют там люди и знают, что вот, ну, долго уже, вот там противоположная команда отлично играет, там в связке, там, допустим, Сларк с Дизраптором, то есть и там уже кто-то из этой связки отправляется в бан, тот же Ио там или какой-нибудь еще герой. А тут у нас достаточно такие стандартные баны, кстати, не банит никто Морфану, зато банят очень сильного Вайда, да, который я говорил, что команда, которая брала у меня на стримах Вайдов, она ни разу еще не проигрывала. Тем временем Team Dizzo берут себе Леона, Фантом Ассасин и Сэнд Кинга. Сники Брики в ответ берут Огра и Рики. Рики очень такой напряжный герой в том плане, что как минимум тебе надо покупать, затаривать Сентрики против этого подлого скрытня. Но и против Сэнд Кинга тоже желательно, чтобы у тебя пачка вардов достов была. К слову, еще про Рики, его тоже понерфили, то есть там туча. Теперь не фиксированы. Раньше замедление было 25, по-моему, на всех уровнях. Теперь, собственно, 13, 17, 21 и 25. Это если кто не знал. Вот. Параллельно у нас на у нашего стримера с нашей лиги идет игра Ruthless Devils против Гоши и его якорей. Канал трансляции называется D2 Илья Скор.
Сегодня это два матча, по крайней мере, тех, что мне известны на сегодня. Вот, то есть эти два матча, не как обычно, то есть не будет там вечернего матча еще 9 часов, не будет матча 8 часов, то есть сегодня 2-7 часов вечера. Акс тем временем отправляется в пул команды Сники Брики. Интересное такое решение. Не всегда увидишь этого героя, особенно когда... То есть это Акс, по идее, должен идти не в лес, потому что Рики, как бы... Обычно Рики роуминг, да? А Акс, значит... Если Рики роуминг, значит, зачем пускать еще одного героя, скажем так, на выселке? В принципе, есть команды, которые, да, играют в тактика втроем, пока двое там где-то по лесам шарают. Когда уже начнется движуха, спрашивает Бронос у нас. Спасибо за то, что приходите, собственно, на наши каналы. Также вы сейчас на стриме, как я вижу, видите таблицу очков. Вот, и расположение турнирных команд. Довольно-таки интересное. Это получается Ruthless Devils, Ruthless на первом месте, да, получается. И Гоша его якоря, скажем так, в середине турнирной таблицы. Тоже достаточно интересный матч. Напоминаю, ничего себе, снайпер заходит от команды Team Dizzo. Тоже не каждый день увидишь этого маленького гнома. Так вот, мушкет и жену не дам никому, как говорится. Queen of Pain заходит от команды Sneaky Bricky. Так вот, напоминаю, что всю информацию по поводу турнира, который у нас сейчас проводится, вы можете почитать в группе Terror, нижнее подчеркивание, League ВКонтакте. И также напоминаю, что у нас проходит набор сейчас на новый Fast Cup. Всю информацию по поводу этого Fast Cup вы можете почитать. То есть уже идет регистрация команд. Если кто хочет поучаствовать, обязательно присоединяйтесь. Джаггернаут у нас отправляется в бан от команды Dizzo. Просто буду называть команда Dizzo, потому что команда Team Dizzo. То есть, ну, как-то мне слух режет. Но есть же некоторые футбольные комментаторы, которые говорят футбольный клуб ФК Александрия там или еще какая-нибудь там Нижние Васюки. Так, Life Stealer заходит последним пиком от команды Сники Брики. Я уже готов принскринить. Комп мой к этому не готов. Кстати, опять-таки, думаю, долго команды, да, то есть 10 секунд остается дополнительного времени и 40 соответственно. Это и хорошо, и плохо. Плохо, да, когда там ждешь там очень долго. А с другой стороны, видно, что команды подходят ну, со всей ответственностью. То есть до последнего думают над своими пиками, банами. Происходит такой mind games между капитанами. Бейн заходит Last пиком Team Dizzo. Я отправляю наш скрин. В нашу группу. Как-то медленно разбирают своих героев команды. Стандартные два вылета. Так, но тем не менее команды уже взяли своих героев. Герои выбрали своих игроков. Да, тут ник не сменился. У нас тут небольшой рофл был. Я не знаю, может даже стоит
наказать за это Team Dizzo, потому что я предупреждал о том, что следует сменить ник. Смайл у нас на Фантом Ассасине. Человек с ником, который я не буду говорить, на Сэнд Кинге. Надо тоже будет попросить поменять. И Андрейка у нас на бане. А Угарый у нас на снайпере. Ник, я думаю, не сменится. Тайпан тем временем у нас от команды Сники Брики находится на Рикимару. Огр у нас Сметана Бенд. На-на-на это Квапа. Джоли Джокер это Акс. И лайфстиллер это получается у нас будет Водка Дринкер. Блин, я даже не могу называть Скорпа. Это как-то не камильфо. Как вы мне посоветуете называть, мои зрители, наши зрители, чтобы так толерантно было по отношению ко всем? О, я смотрю, у меня есть однодумец. У него тоже мегаубийство Fallout 4. Странно, обычно Crystal Maiden у всех. Но я смотрю, тут прям олдскул пацаны, у которого еще кто-то юзает доктора Кляйнера. Деспрофит. Деспрофит это, по-моему, стандартный, да, был одно время. Одно время был стандартный комментатор. Также прикольный, в принципе, комментатор это Деспрофит. Я еще Фуриона юзаю как комментатора. Тоже неплохо. Да, я знаю, что задержка. Пять минут у нас задержечка, я напоминаю. У нас еще одни нашлись люди, которые не знают правил нашего турнира. У нас, напоминаю, 10 минут на команду, на задержку. Так, какая-то непонятная реклама, которая не проплаченная у нас появляется в чате. Это очень плохо. Надо будет снять с парней за это деньги. Кстати, если кому-то нужны баннеры, вы можете поискать информацию у нас в группе, да, ребята есть, рисуют красивые баннеры, мне понравились, у меня нету команды, но я бы поюзал, то есть информацию можете всю прочитать, террор нижнее подчеркивание лик, найти там баннер, заказать себе, я думаю, они там прикольные, вот. Да у нас получается у Сники Брики такой баннер из Сталкера. Old school игра. Кстати, по-моему, студия, которая хочет, ну, которая делала Сталкера, она, по-моему, опять собралась. Да, это, по-моему, те же, которые делали Казаков. Насколько, если я не ошибаюсь. И, то есть, они сделали третьих уже Казаков, а третьи Казаки не очень. Вообще, не знаю, зачем они их делали такими сырыми. Выпустили без всякой рекламы, там хайпа куча была, а по итогу было как-то уныло вообще.
Так, надо опять парням рассказать, что хватит, хватит спамить. Пора уже все-таки прививать культуру, если парни хотят дальше пойти играть против таких коллективов, как LGD Gaming, Gnatus Winzer, Liquid, то они должны привыкнуть, что в чатике нельзя писать. За это очень и очень большие штрафы. Можно вместо него будет замену сделать, если у нее интернет вообще не... Заявки есть? Кто вообще сейчас мешает кому-то зайти другому? Я не знаю. Так. Прошло уже точно 5 минут. Я вообще с парней в шоке. Не знают парни, как делаются турниры. Каллиграфию тренируют у нас парни. И вообще не айс. Пикали до последнего. Теперь ждем. Надо запомнить, сколько времени, если сейчас ребята переконнектятся, сколько времени заняла их пауза, потому что общее время считается, да, каждый там, через каждые 3 минуты на 10 минут, это мы так вообще не стартанем никогда, до следующего интернешнала будем играться паузами. Я надеюсь, у Ильи с его дьяволами и гашанами все нормально, и они уже играют и могут вас порадовать хоть какой-то картинкой. Так, в противном случае через 3 минуты, если команда не зайдет, мы вынуждены будем, если человек не зайдет, мы вынуждены будем отжать паузу. А это не есть хорошо, потому что это по сути керри команды с Ники Брики. Взяли не очень хорошего керри. Да проблема всех молодых команд в том, что нету нормального интернета, нету... Блин, это в 2016 у кого-то нету нормального интернета, нету замен. Да вы меня простите. Конечно, ничего не хочу сейчас сказать, но... Но... Даже у моей бабушки в селе есть интернет. И это не шутка. Я правда не знаю, за какие там баснословные деньги этот интернет. Я надеюсь, парни, скажем так, отыграются за свои паузы и покажут нам великолепную игру. Я предупредил их о том, что мы через 2 минуты отжимаем, в принципе, паузу. Потому что что в трансляции превыше всего? Правильно, сама трансляция нахрен.
Регламент турнира не должен нарушаться. Я понимаю, что я ставлю в Сники Брики не очень хорошее положение таким образом, но все, кто регистрируется, должны понимать, что они принимают правила турнира. Не буду даже отвечать. Секунду, замену делаем. Вторая команда готова ждать. Отдадим это на их совесть. Вы сможете прожать? Конечно, уже вы сможете прожать. Но когда, если матчи сейчас длятся по 20 минут, и 20 минут, чтобы были паузы. Вот. Но у нас фейерплей такой, да, от этих новичков. То есть уважают они. Они готовы отдать свое время в актив команды Сники Брики. 10 минут, я напоминаю, прошли. Я думаю, моим зрителям всем интересно смотреть на то, что сейчас происходит. Эту умопомрачительную игру со всеми, скажем так, вот этими джукингами. Со всеми этими мансами, да? Как же красиво они играют. Броненосец Потёмкин. Блин, я тоже себе хотел такого броненосца. У меня ни одного нету. Ни там, ни сраной Crystal Maiden. У кого еще есть? Ну, грубо говоря, у Акса, понятное дело, тот же. Переходит этот броненосец Акс, Бристлбэк, Шейкер и кто-то еще. Точно есть какие-то еще герои, там их, по-моему, больше. В свою очередь, у Кристалки ни у кого не переходит собака. И у кого-то, по-моему, еще есть животное. Я, если что, сейчас некрономикон. Кстати, мои зрители так и не сказали, как мне называть Скорпиона. Ник довольно-таки интересный. В кавычках нет. Вот, наконец-то у нас переподключается игрок команды Сники Брики. Он заходит в игру, и мы можем начинать наш КВН. 3 минуты они использовали времени Team Dizo. Так, let the carnage begin, как-то говорится. Рики у нас сразу с перепугу подкупает 2 орб Венома.
И летит сразу в орбите, я так понимаю. Да, такой фейерплей случается. Есть команды, которые не хотят совершенно ждать, а есть команды, которые... Блин, чувак, не проблема. Сразу же покупается сентри, сразу же тут покупается сентри. Вся команда идет на нижний лайн, собственно, помахаться за него. Обычно, как я повторюсь, эта команда идет забирать здесь руну. Но это опять же таки в зависимости от даблы, которая там представлена. А нижняя команда идет забирать здесь руну. Но у нас сейчас команды ищут друг друга. Упираются Рики сначала в Бэйна, потом в Марту. Парни этому значения не придают, но могли бы уже убить таким образом. Получается стан по Бэйну. Сразу же переагр идет. Отличный подкоп. Но Рики забирает First Blood. Отличный был подкоп от Лайона, но Рики, скажем так, дождался вещей. Мигают, что заберите рунку, блин, там, наверху. Кстати, странно, что команда не пошла. Да, Рики тот же не пошел наверх за руной. За баунти руной. Так, у нас будет фантомка стоять в миде. Леон видит вард и сбивает его. Минус один. Но тут и стоит блок. Кстати, Леон, ну, все-таки не доиграл чуть-чуть. Если бы он сразу подцепил Рики, я думаю, этого First Blood мог бы быть в другую вообще совершенно калиточку. Да, но у них тут нечем, скажем так, стопать. Ну, подкоп Леона, он не такой длинный. Обычно Леоны тоже берут не подкоп, но тут как бы ситуация требовала подкопа. Леоны обычно берут хекс, ставится центрик в мид. Я думаю, что Квапа видела это, да, потому что день. Не может Огр найти вард, который блочит. Собственно, эти. Скорб зачем-то тоже берет Боров Страйк. Зачем-то. Мы не знаем зачем. Есть скорпы, которые берут первым яд. Есть скорпы, которые берут первым тучку. Этот решил взять первым Боров Страйк. Хотя на линии он не, ну, в смысле, не стоял против своих противников. Не добивает, не доигрывает тут парни. Не хотят, вот добили только из-за ошибки Скорпа, который чуть-чуть притормозил и дал себя крипам побить. 7 на 4 у нас снайпер, 6 на 3 у нас фантомка. Как-то только что обогнали в секунду этого гулю. Лайн вообще нереально пушится тут снизу. То есть сейчас Скорп сможет себе... Наконец-то мигает, что пойди, хоть сделай отводы, чувак. Чувак делает отводы, но делает их... Как-то он будет делать их так по-странному немножечко. То есть обычно делают наверх же отводы, он сейчас вот так вот делает. Так, что тут наверху? У Акса тут гнобят вообще нереально. Он тут один против триплы. Я не знаю, что, на что рассчитывали. Обычно, когда Акс идет в триплу, он имеет за собой как минимум дазла какого-нибудь. Получает он второй уровень. Кстати, неплохо добивает у нас фантомка, несмотря на то, что она милишник, ее как-то Квапа не сильно гоняет. У Квапы у нас 10, у фантомки тоже 10. Курьера зарезал Рики, я так понимаю, на хосте, да? Молодец, по 150 монет каждому. Есть, кстати, если кто не видел, есть такой прикол, когда ловится тут Рики. Будет, не будет подкоп. Подкоп дается, дается шрапнель. Не хотят отпускать тут Рики, но он уйдет, потому что он тут не ревилился. Дальше просветочки нет никакой у парней. Умирает тем временем Скорп у нас, забирают его, перебыковал. Не помог ему Бору Страйк. Не спас его. Про что я, собственно, и говорил. То есть ты берешь Бору Страйк, когда тебе надо выходить на лайн. Ну, что-то делать, как бы. Что-то неприятное. Как-то контрить. А если ты не контришь, то лучше взять себе тучку. Особенно, когда нету... Особенно, когда все варды переходят на низ, чтобы воевать там. Война сентряков, как я ее называю. Так, дед тут настреливает знатно по Аксу. И Акс может отъехать. Я не знаю, почему он остановился. Так, у деда еще не такой длинный рейндж, поэтому
Он, собственно, даже раньше не выкачивал, поэтому он сейчас отходит. Приносит тут хилочку для Акса. Уже вторую я видел, что у него была до этого в паке. Может, конечно, Акс Рики передавал эту хилочку. Вот здесь неплохие отводики делаются. Ставится Сентряк. Но он пока что виден был, но уже не виден. Отличный от Сатира вейв. Вообще, MVP Сатир. Чуть не приехал тут Леон. Леон уже себе купил Flying Courier, хотя мог за эти секунды купить себе сапог. Я как бы ни на что не намекаю. Но опять парни как-то не доигрывают в этом плане. То есть, если у тебя курьер в таверне, то можно как бы и повременить. Особенно если... Ну ладно, его юзают, в принципе. Тут вообще из-за этого убийства, то есть у Квапы уже есть, собственно, ботл. Она, можно сказать, благодаря этому убийству Рики смог выиграть мидлейн для Квапы. Это было очень важно, я считаю. Потому что мы видели, что это было. Это было 10-10, а тут уже как бы даже 21-29. Все равно, ну как бы не доигрывает Квапа в том плане, что не гнобит. С Ивова она, кстати, пошла в сейвовую линию. Потому что... Ну, не с Ивову, ладно. Ну, выкачала первый скрим. То есть, чтобы пушить линию, я не знаю, чтобы выходить на ганки. Обычно там выкачивают, может быть... Ну, ладно. Есть те, которые выкачивают даггерок, есть те, которые не выкачивают. Шестой уровень получает Квапа, и, в принципе, уже она может передвигаться. Тут Рики знает, что вот, сейчас будет умирать. Да, умирает у нас... Фантомка, может приехать также Бейн. Бейн понимает, что если Квапа быкует, у которой 0 маны, то сейчас что-то будет. Все-таки Огр тут делает неплохие отводы. Скорб у нас с трансквилами. Да, это будет не мана-бот. Тут центряков нет, я не знаю, что мешает Скорпу забирать всех этих крипов под тучей, под ядом. О, отлично, плюс 3 крипа. Дай же тучу, братиш. Нет, решает не давать тучу. Вот только сейчас дает тушу чуть. Я потерял тонну хп. 0-3 у нас счет. Тем временем в пользу команды Сники Брики. Отпивается тут, обузит немножечко бутылочку. Так, что у нас по уровням? Кстати, Гуля возвращает себе первое место. Команда Сники Брики возвращает себе первое место по фарму. Рики буквально перед самым носом забирает себе рунку. Так, что здесь у нас? Да, здесь линия пушится, собственно. И Скорб наконец-то понимает, что пора уже как бы в туче сидеть. В принципе, ты, братиш, должен был уже давно придумать. Скорб показывает, что вон там идет Огр где-то. Смотрите, не встряньте, братья мои. Тут отлично делаются отводы. Акс полностью был загноблен, и я думаю, что он уйдет в лес. Ему тут показывают, что тут регенок, пацан, регенок, забирай. Ван тоже видит этот регенок, но Акс был быстрее. Так, а реген тут не сбивается. Нет, сбился реген. То есть тиками сбили реген. Шестой у нас уровень у Марты. Она очень надоедливая со своим шестым уровнем. То есть даггера может закидать таких лещей, что будет очень неприятно. Видят тут Рики, видит бан в принципе Рики, но не хочет палиться, что тут есть Сентряк. Может, не среагировал, а может, не хочет палиться. Кидается слип. Должен подходит здесь снайпер, и не упускают они Рики. Тут же выход на Скорпа. Квапа юзает скрим. Скорп опять уходит в тучу, и просто ничего не могут с ним поделать ребята. То есть отличный ганг. Можно было сначала развести этого Скорпа на тучку. Акс тут у нас притаившийся дракон.
боится Квапа выйти на лайн. Видно, что то есть не Квапа, а Марта. Видно, что ее немножечко подгнобила эта Квапа. Сейчас будет какой-то ганг в сторону снайпа. Но тут уже прилетает Бейн. И я думаю, что он не простит. Так. Разревилились все. Ставится... То есть, Бизается. Отличный сон для Леона. Леон бежит не в ту сторону. Подкоп сразу по двоим. Рейвич сраный. Уль дается Вакса. Я не знаю, тут Леон догорит, не догорит. Он не хочет забрать. Умирает, да, здесь. И Акс спокойно должен улетать. То есть я не знаю, почему Леон испугался. Не пошел на лайн добивать крипа своего. И размен один в один. Но я думаю, что... Вот так вот даже. Этот размен был... пользу команде Дизо. Они, собственно, забрали на 20-ку, на 29 голда больше. 25. Вот. Но зато, кстати, были проюзаны досты. Это минус 90 монет. Армлет появляется у Гули. Неплохие артефакты. Наконец-то появляется у нас досты появляются на Огре. Умирает тут у нас. Это от Квапы получается, которая не юзала ульт, но сама чуть не отъехала. Умирает у нас снайпер. Война с Энтрей остается на стороне команды Сники Брики. То есть отличные выходы от Квапы. Да, вот этот фейл, правда, один был на топе. Но я думаю, что там провели ребята разговор между собой. Ты впадла, где досты, где Сентри, я только пришел, а нифига их нету, нафига я приходил, попросили. Так, не уйдет тут, наверное, скорб, потому что у нее нету чем уходить, юзается сейф ТП. Марта прыгает в Гулю, но Гуля уже 6 левела уходит у нас спокойненько, она в крипочка, которого не могут добрать. Покупаются у нас книги с одних из других саппортов, молодцы, отлично играют в этом плане саппорты. Фантом Ассасин все-таки убивает Гулю, которая непонятно почему все вылезла. Не ушла тем крипом. Принимают, тут пытаются принять Фантом Ассасин, но она, по-моему, слишком жирная. 9 уже брони. Скорость передвижения 355-440 с фейзами. То есть ее достаточно трудно принять. Нужен больше контроля, чем... Так, у Скорпа тут тоже есть досты. И, в принципе, они могут воевать против Рики. Бейн подходит 6 уровня. Вапа сразу понимает, что что-то будет сейчас не то. Так, будут парни динать? Да, динает вышка. Подходит Гуля обратно на свой лайн. Увидели Квапу. Поставили Сентряк. Такой интересный довольно-таки Сентряк. Поставили Вардецкий, но под Вардецким еще одним. Тут заходит Леон, заходит Рики. Рики опять сейчас забирает руну. Да, не юзаются досты. Досты юзаются в последний момент. Подкоп отличный по Рики. Бан кидает Квапу в ульту. И сейчас может еще и Квапа отлететь. Но у нее в принципе есть даблинг. И она уходит. То есть потеряли одного Рики. Кто небольшой пинг. У нас задержечка у Леона. Который уже 6-й, кстати, уровень. Имеет десфингер. Братиш, сходи на базу. У тебя маны нет. Что тут летит у нас? Такие парни. Парни, а у кого у вас будет мана-бот? Интересно мне, если у вас у всех транквилы. Снайпер убивает Акса тем временем ассасинейтом. И, скажем так, игра становится ровной. 5-6. Нет такой доминации. И снайпер также по крипам... Собственно, ему вот эти вот драки помогли, то, что убивали Гулю, убивали там всех остальных. Помогли пофрифармить, то есть спейс небольшой создали, прыгает Квапа. Не попадает ультой, это вообще было печально. Я думаю, да, сейчас ответный был ганг, но успевает Квапа отблинкаться. Марта у нас решает попить бутылочку под ядом, под даггером. Интересное решение.
Я не говорю, что я там тролль 80 уровня, вы сейчас подумаете, вот этот падла только гнобит. Я просто пытаюсь указать, да, я знаю, что некоторые команды смотрят, то есть, это я точно вижу. Кидай же его в слип, забирай инвиз. Не хочет забирать инвиз, почему-то. Так, отличный подкоп под двоим от Скорпа. Ну, у Скорпа не было маны на раскаст. Так. Контролят тут Квапу неплохо, но Квапа упрыгивает, потому что тут, в принципе, ни у кого маны нету. То есть, пацаны, привет транквилам всем. Все транквилы взяли, все молодцы. Прима на пуле 480 у нас Леон берет транквилы. У нас прима на пуле 386 Скорб берет транквилы. Ну, время. Такие время, такое, такие нравы суровые. Инфест-бомба у нас тем временем в исполнении Квапы. Сейчас будут прыгать на бедного. Ага, тут ответный, скажем так, ганг. Вот инфест-бомба разрывается. Не должны убивать тут снайпера. Но думали парни, что убьют Акса, который... Сколько у нас уже там раз Акс умирал? Один всего лишь раз, да? Но все равно от снайпера Соляного вздыхал. Я так подозреваю, что парни собираются из команды Сникибрики забирать тут вторую вышечку. Ставятся неплохие варды. Так вот, что я вот падла только гоню, да, там, то есть команды. Но я знаю, что команды некоторые смотрят, то есть и указания ошибок, мне, как мне кажется. То есть я подозреваю как комментатор, что здесь какие-то были ошибки от определенных команд. Отличный такие вард проска... Кстати, юзается скан с командой Дизо. Они понимают, что у них кто-то в лесу, это очень опасно. Так, встает тут бан. Отличный опять реведж по троим. Скоро проскастовывается, никто ему не мешает этого сделать. Юзаются досты. Также должны принимать тут огра. Я думаю, что его тут смогут принять. Перебыковал у нас опять у нас. Перебыковал огр. Умирает. Умирает Леон. Я не знаю, снайпер тут умрет. Умирает у нас Акс. Инфест-бомба у нас опять в опе. Гуля садится, отвези меня, конек горбунек. Я манал здесь быть, сколько там хп у Гули. У Гули, в принципе, было неплохо Гули. Хп. У Гули были Гули. Покупается эхо Сейбр. Неплохая драка была, то есть интересная довольно-таки. Но проблема в том, что команды немножечко перебыковали, как мне кажется. То есть Скорб вылез, у которого не было подкопа. Он там хотел всех потравить, побегать, так пш-пш-пш сделать, но за что поплатился. Так, у Рики интересный билд. Сколько в один? 1.5.2, то есть понятно. Но бывают такие игры, когда полностью хейтят Рики. Он, в принципе, делает свое дело. Выклянчивает центрики досты у команды Дизо. Но за счет этого они и покупают себе шмоточки. Раньше вот была простая арифметика, да, там в первой, второй дотке. То есть, если ты убиваешь кого-то, ты там получаешь, ну, от 200 голды плюс, да. И, скажем так, один центрик вообще полностью окупал убийство в 200 голды. Сейчас Рики опять заходит в опасную зону. Нет, он чует что-то тут неладное. Тут раньше стоял их вард, и он должен понимать, что здесь стоит центрик. Так, хотят команды повоевать. Снайпер опять один такой, типа. Скиллшот. Сейчас встретят друг друга. Да, увидят друг друга в команды. У Акса еще нет блинкера, но вот-вот он должен быть. Аршит появляется у Квапы, которая делает инфест-бомбу. Опять неудачно делается инфест-бомба. Акс отлично. Вообще не дали добить Акса, я не знаю почему. Отличный подкоп от Скорпа с ультой. Убивается тут Гуля, убивается Акс. Должен приезжать у нас... Нет, Рики пока что не приезжает. Приезжает Марта, приезжает Скорп, приезжает Рики. И что же будет с Квапой? На! Хедшот! Мать вашу. Бум шакалака. Минус 5 делает команда Дизо. Но команда Дизо прожала походу не те... Не те смоки. То есть они прожали смоки. Я так и не понял, какая это команда сделала. Сейчас посмотрим. Да, смоки прожала с перепугу Бейн. То есть у него там была
Квапа, перед тобой остается только квапа, и надо прожать... Smoke of the side, motherfucker. 1800 голды дала эта команде... Эти убийства дала команде Дизо. Отлично. То есть, снайп вообще рич бич уже. Гуля прыгает. И сразу же юзает, приходится ему юзать рейдж, чтобы не зацепили. У Акса тем временем появляется блинкер. Возможно, это все изменится, да, потому что кидается одна шрапнель. И, собственно, Акс уже никуда не может подойти. Во сколько у нас шрапнель вкачана? Пока в единицу, но это тоже неплохо. 15% замедления передвижения. На следующем уровне там вообще бы этот Акс плакал. Так, теперь команда Сники Брики пытается сплит-пушить. Да, понимают, что что-то не то, надо, скажем так, вывозить свой уровень. Гуля уже очень много получает, несмотря на то, что у нее 1500 хп. То есть надо тоже какой-нибудь, мы уже видели дайгера с исполнением Гули, в исполнении Гули. В принципе, интересно, будет эта вышка добиваться или нет. То есть на миде вышка была добита, и здесь тоже добивается вышка. Не получает свои 200 монет команда Сники Брики. Всего лишь, по-моему, по 100 идет, да? Так вот, видели мы дагер в исполнении Гули, это было неплохо. То есть вот для Акса это вообще, то есть против... Так, тут Скорб, умирает. Конечно же умирает, потому что на него был и Аршид задействован, то есть он там бы по-любому отъезжал. Акс даже не юзал свою ульту, да, зачем там юзать ману, зачем стилить фраги у тиммейтов, кто добил? Добил Аквапа. То есть правильно такая игра, собираются вчетвером, хотят навязать драку, но видят все эти телепорты. Вот так вот. Видели все эти телепорты команда Дизо? Меня выкидывают. Это было отлично. Я считаю. Оп, тут уже драка. Тут уже у нас умер Скорб, умер у нас Леон. Так, Рики у нас на соплях уходит, инфест-бомба, Бейн умирает. И я думаю, что тут не отпустят и, собственно, снайпера. Да, отлично, отличная игра. У Скорпа нету. Но умирает от шрапнели. Умирает от шрапнели, опа. Так, подкоп. Неудачный от Леона подкоп. Неудачный от Скорпа подкоп. Прям. Я думаю, что команда Сники Брики заслуживает на то, чтобы у нее забрали время на пиках. Так, тут Огр не должен уходить. Тут уже эти подкопы были на Верочку. Дизоль тем временем у нас появляется на фантомочке. Кристаллайз и Драгон Лэнс. Это очень важные артефакты для снайперка. К нему будет теперь еще труднее подойти. Отличная игра, кстати, по вардам от команд, да. То есть, следует, смотрели мои стримы. Похвалил себя. Отличная игра. В этом плане опять юзается Ревич, но уже по крипам. Леон, наверное, будет терпеть до блинкера. Забирает башню снайпер. Опять собирается драка. Четвером подраться. Так, Скорб наконец-то покупает свой дагер. В принципе, вот что я скажу вот по чувствам. Сейчас что-то, чего-то явно не хватает Гуле, да? Потому что его постоянно он за месяцах не может даже подойти. То есть ему надо или инфест-бомбу какую-то юзать. Потому что он очень быстро падает. Брони у него неплохо, хп у него тоже неплохо. Скорб уже занял исходную позицию. Так, инфест-бомба опять в квапе. Так, Рики тут уходит. Квапа вообще неудачно прыгает, за что может тут отхватить. Не видят квапу эту. Так, Акс не допрыгивает у нас за даггера, я так понимаю. Умирает.
То есть у нас какой-то фейл фестиваль. Акс прыгал? Нет, Акс просто решил на ноге войти. То есть то, что я говорил, пытается зайти, и они получают свои хедшоты, и как бы никуда они уже не заходят. Сколько у нас получается? Два замедления и плюс, ну, три. Ну, скорб так себе, пока ему надо же еще куда-то дойти. У нас от даггера замедление. То есть реабилитировались за свою проигранную early game команда Дизо. Рики понимает, что там где-то вард, его там чуть ли не приняли. Так, аркан буцы все-таки у нас имеются на одном товарище. Снайпер себе вообще спокойненько разваливает. Все, Акс. Акс готов не прощать. Опять получает он дайгер. И просто никуда, я думаю, что отсюда не уйдет, да. Так, отличная инфест-бомба по троим. Акс уходит, умирает Квапа. Умирает у нас Леон, умирает Бэйн. Отличный вообще подхоп от Скорпа с ультой. Раскастовывается. И тут должен, да, умирает у нас 3 в 4 драка. Умирает Бэйн, умирает Квапа, Огрмак, Рики и, собственно, Гуля. Посмотрим, что Гуля сделала за этот замес. 1266. То есть это инфест-бомба. Ну, такое. То есть я сказал бы, что сейчас комбинушка комба. Вообще, ну, скоро дождался своего момента. Был отличный подкоп под троим. Пробуют заходить на хайграунд. Понятное дело, до конца они туда не пойдут. Я считаю, что это провал полный Акса, который не исполняет свои роли, да, чтобы прыгнуть там, законтрить двоих-троих, то есть стянуть, чтобы там отличная инвест-бомба была, отличный скрим был. У нас появилось побольше вьюеров. Я так понимаю, что команды уже Ruthless Devils и Гоша сыграли, и поэтому ребята сейчас сюда перешли посмотреть. То есть они, наверное, только в свою первую карту, а может уже и вторую. У нас была довольно-таки долгая задержка. Так, тут вообще тут битва инвизеров какая-то. Дизо собирается заходить на первую вышку. Кстати, битва инвизов и битву, я скажу, сентряков проиграла немножечко команда с Ники Брики. Огр бафает башню вместо того, чтобы бафать своих пацанов. Но они, наверное, сейчас не собираются. Да, воевать тут. Гуля здесь, Квапа сыплет пуши. Да, это может быть единственный вариант, когда вы не можете, вы понимаете, что... Ну, уже что-то не так, три подряд драки проиграны, что-то надо делать другое, там, попробовать посплитпушить. Да, Леон будет терпеть, я так вижу, до даггера, это не будет ультиморб. Что у нас тут на парнях на всех? Ветра будет себе тарить скорб. Я думал, это будет Аганим. Аганим очень сильно сейчас, ну, очень сильный для... для Скорпа, в принципе. Силы тьмы сканируют зачем-то. То есть думают, где же вся команда противников. Тут рисуется план капкан. Пацаны, выходите наверх. Не знаю, это даже, наверное, не капитан, а может капитан. Так, инфест-бомба теперь в Аксе. Посмотрим, что из этого выйдет. У Квапы появляется БКБ. Видят всю команду на варде, очень спалились. Так, Леон тут должен приплывать. Да, приплывает тут Леон, отличная тучка. Вот видите, нету буквально одного снайпера, и замес вообще в хламину проигрывается командой Дизо. Так, пришел тот пресловутый снайпер, и сейчас будет рубить кабинеты. Нет, не убьет он Акса, и сейчас сам погибнет. Минус 5 в исполнении команды Сники Брики. В ответ убивают, Тим Дизо убивает, собственно, Квапу, убивает Огра и убивает Рики. Я думаю, что они этим перевернули немножечко свои графики. Плюс 2000, минус 500. Да, графики возвращаются в норму. У нас такая очень ровная игра, никто не хочет. Но вот здесь вот реально
это была проблема. То есть капитан рисовал. Я думаю, что ли он капитан, может быть, не капитан, рисовал, что. Иди наверх! Наверх иди, что ты делаешь? Но снайпер проигнорировал. Пацаны, тут осталось крополя. Так, появляется МКБ у нас на лайфстиллере. Кидается на него слип, но никто не собирается лететь наверх. Парни, наверное, то ли курят, то ли я не знаю, что делают. Лайфстиллер делает, прожимает рейдж и уходит. То есть, если бы с самого начала в этом замесе был снайпер, команда Сники Брики бы проиграла. На снайпере Тараска. Ничего себе. Ну да, в принципе, урона у него пока что хватает. То есть видно, что там к нему никто не может подойти. Он очень сильно настреливает своим уже Мейлстормом. То есть на атаку у него всего лишь Мейлсторм криты. Но он уже карает. Тем временем погибает тут Леон. Так, сейчас еще может приплыть Скорб. Юзается БКБ. Ульт отличный. И убивают. Зачем ставился этот центрик, непонятно. Уже и так вытащили бедного Скорпа. Всем, чем только могли. Инфест-бомба опять в ПП. Я думаю, что Вакса более, скажем, КПДшная инфест-бомба. Ловя тут пытается поймать снайпера. Вязается на него слип. Сразу же расслипывают его. Я думаю, что его не отпустят. Ульт, бан, провязывает ульт. Тут такой замес непонятный. Убивается снайпер. Убивается Марта. Думаю, это такой опять еще один переломный момент в команде. 50 секунд не будет Марты, 50 секунд не будет снайпера. Не ожидали такой дерзости команда Бизон. И за что поплатились? Это мое слово паразит, поплатились. Все платят за что-то. Даже эта вышка заплатила за то, что она здесь стояла. Показывает Огр. Блин, здесь вард. Никто не может снять сраный вард. Реально никто не может снять сраный вард в команде, там где 4 милишника. В принципе, у Гули должен был быть топорик. И Гуля могла раньше бы снять. Покупает гиперстоун Гуля. Интересно, это будет муншард или это будет что-то другое. Я не думаю, что это в принципе может быть муншард. Это будет или Кираса, или тоже Йолнир, Майлсторм, Йолнир. Я напоминаю, что чат у нас как бы с задержечкой. Но вы можете, тем не менее, писать, задавать какие-то вопросы по поводу турнира, по поводу происходящего. Так, Рики тут может опять приплыть. Буквально он вообще в зоне... А! Увидели? Увидели? И снайпер отвлекся, он автоатакой у нас юзает. Юзает Рики ульт. И он тут не уходит. Юзаются еще досты, и его не отпускают. Снайпер у нас на автоатаке тупо контролил крипов. Одна смерть сраного Рики, блин, принесла 537 голды, ничего себе. Почему сраного? Потому что у него 1.9.12. Юзаются смоки. Смоки были не на снайпере. Снайпер не уважает смоки. Не вайп нейшн. Тут тем временем команда Сники Брики забирает Рошана. Пока Дизо только думает о Рошане, команда Сники Брики уже его забирает. Так, ломаются варды. Верхний вард тоже видит. Так, сфейлилась. Ну да, в принципе, Рошан забран. Зачем еще приходить? Силы тьмы сканируют территорию. Опять крипов. Постоянно важно команде знать, где же находится противник по крипам. Вардов у них сейчас нигде нет. Да, не видят полностью карту. Команда Сники Брики. Ставится первый вард. Наконец-то. Что у них в лавке? У них в лавке КД на варды. Кого же варды? Кто же этот нехороший? Блейды у Акса. Кто же этот нехороший человек с вардами? Получается, все варды забрала. Все варды разбили, получается, команда Дизо. Так.
что у нас здесь? У нас тут игра по типу играем против там минера. То есть прошли 20 метров, поставили вард, то есть синтряк. Но это правильно, я считаю. Это, в принципе, тактика действует. Сколько у нас уже тут встревал этот бедный Рики. 9 раз. Больше всех умирал на карте, бедняга. И поэтому он имеет такие отличные артефакты. Но, в принципе, он уже подбирается к своим диффузам. Понимает Рики, что тут где-то, блин, мать его, так, синтряки. Так, Акс у нас может стрять, как он это любит делать. Леон, что ты тут делаешь? Что ты тут забыл? Ты можешь попасть. Его, по-моему, видят. Да, прыгает, союзается сало, убивает сразу же Леона. Леон загулял, вообще непонятно почему. Как будто потерял человек контроль, пошел на каких-то непонятных... Опять... Так, тут не долетает у нас Акс, за что только что вся команда чуть не... Угадайте это слово. Поплатилась, правильно? Так, видятся тут центри варды, но некому их снять. Вапа, сними. Вапа, приди, порядок наведи. Вон же, говорят, к вапе. Ну, к вапа такая, чё? Чё? Чё там? Да, увидела. Не могли сразу показать. Так, ДД заканчивается, но башня все равно падает. Хотят навязать тут драку. Акс отлично запрыгивает в этот раз. Отличный подкоп от Скорпа, сразу по троим. Юзается туча. Так, умирает тут сразу же Леон, стирает Акса. Убивает Леона в ответочку с кримом Клопа. Умер также у нас Бан. Так, сейчас, да, доигрывается Гуля со своим армлетом, но у него это всего лишь Аегис. Так, он может тут приплыть и второй раз. Опять. Отлично, тут реакция от Скорпа. Ему кинули аршит, он сразу же отпрыгнул. Отходит команда с Ники Брики. Счет тем временем на карте у нас 26-31. По графикам, experience 7, даже 8 тысяч у нас на стороне с Ники Брики. И 7500 по голде на стороне с Ники Брики. Диффуза покупает у нас Рики. Самое интересное, что уже второй раз, то есть у нас качели в разные стороны. Вот у нас даже опять... Как любят говорить на Старладере, у нас нарисовали команды Бэтмена такого, а потом Бэтмен с пипиркой, не знаю, как это назвать. Гора Бэтмена. Ну тут, в принципе, то же самое. Но только тут Бэтмена пипирка отсохла. Так. Неплохие у нас артефакты. МКБ у нас также появляется на... Вапе, не уходит она в аганим, не уходит она в контроль, она уходит в руки, дамажение с руки. Так, в смоках тут сейчас будут принимать Акса, подкоп по Аксу. Хиксуют у нас Огра, убивают Акса, убивают Огра. Так, прыгает Рики, я думаю, что он тут может приплыть из-за этого. Вообще, с его, по-моему, даже с ульты просто убивает фантомка. Я думаю, сейчас в очередной раз графики качнутся. Скоро покупает себе гем, уже надоел просто этот Рики. 2200 получает команда Дизо, минус 1300. И тракториста получает Сники Брики. Так, инфест бомба отличная. Не забирают Бейна. Да, забирают все-таки Бейна. Тут отличный один ульт от Квапы. Скоро проскастовываются. И что это? Гуля не добивает. Какой-то слабо с контролем у нас от команды Сники Брики. Так, Квапа тут пытается добить Скорпа, но ничего не получается. Минус 2 делает у нас команда Сники Брики. Даже уже еще минус... Даблкил отличный делает Квапа. Но платит за это своей жизнью. Я думаю, что она не пожалела, потому что она срубила таких героев, как... собственно... Так, Рики тут преследует Скорпа. Давай! Давай! Да, Рики убивает. Минус 5 в исполнении команды Сники Брики. Отличный выход от Квапы, но за Квапу
Скор получил аж 1200 золота, он теперь у нас вообще богат, сказочно богат. Кстати, на Скорпе еще собирают линзы. Это на всякий случай. Но тут я так понимаю, что этот артефакт, да, эти ветра скорее для контроля Акса, когда он врывается, и бросать его тупо ветра, чтобы он не наносил своей раскруткой никакого урона. Вапах, конечно, собрала очень много золота, но и немножечко подарила голды Скорпиону. Но я думаю, что это не так важно, потому что был убит все тот же снайпер, который у нас уже имеет даже 2900, и я думаю, что это будет какой-то или Дайдалус, или что-нибудь такое похожее. То есть у нас такие отличные ответные атаки. Интересная очень игра. Я думаю, что не пожалели те парни, которые ждали все 15 минут паузы у нас. Да, все-таки кираса покупается на гуле. Я был прав. Что у нас тут по БКБ? 6 секунд. Так, тут кираса. Что у нас? Ничего не приобретает. Плейтмейл. Это, наверное, будет Шива. Броня это, конечно, хорошо, но я слышал, и ХП тоже хорошо. Убивают агрессивные варды команды Дизо. Команда Сникибрики. Что же это будет на снайпере? Что задумал этот маленький чертенок? Ему в очередной раз команда рисует, что уйди. Просим тебя, уйди. Уходит таки снайпер. Прожимаются смоки. Команда Сникибрики хочет повоевать. Не беру даже руну, чтобы не спалиться. У Марты тем временем покупается баш. Так. Не знают они, что вся команда Дизо находится у себя на базе. Увидели, что поставили вард, по-моему. Я не знаю, не увидел, кто это попинговал. Видят тут выход. Юзается отличный скан. Видит вся команда Дизо, что тут проблемы. Надо уходить. Снайпер побежал, поворот не туда сделал. Запрыгивает Рик. Его это не простили. Отлично раскастовывается скор. Подкоп по двоим. И убивают тут огра еще. Инфест бомба, я напомню, находится в этом парне. Умирает у нас также Акс. Я думаю, что тут не отпустят и Гулю. Да, Гуля у нас приплывает. Ну, убивает опять Квапа. Отличная игра от Квапы. Убивает снайпера. И делает ТП аут. Не, вообще, Квапа умничка, я считаю. Пока что единственный герой, благодаря кому команда Сникибрики еще не закончила тут эту первую карту, да, 3500 урона практически. Рики у нас ничего не сделал, очень быстро его приняли. Квапа прыгает, отлично, убивает она Бейна, но может сама сейчас приехать, нет, отпрыгивает. Не поверила, почему-то Марта до конца не пошла, да? То есть никого из живых не было из команды Сникибрики, и Марта почему-то испугалась. А мы знаем, что Марта это должен быть тот человек, у которого есть стальные яйца, да, который прыгает. Бывает, там показывают Вижена, наверное, нет. Рош есть, Вижена нет. Это, собственно, показывал Огр, что давайте забирать. Огр-богр. Так вот, Марта это тот герой, который там прыгает при 20 хп, делает невероятные два крита, при этом герои, которые... Так, отличный ответный скан. Вообще команды юзают тут сканы по откату. Так вот. Два раза промахивается тупо по фантомке. Она делает в ответ два крита и то есть может забрать всю команду. Опять сейчас собираются пойти повоевать команда Сникибрики. Видят Рошана. Будут убивать Рошана. Вылазит Гуля. С одной стороны, это правильно, когда у команды, то есть у всех равномерно распределены артефакты там и прочее. То есть я имею в виду, что ассалт кирасу можно было не покупать тут на гуле. Что-то и в хпшечку какую-то в
выживаемость, я не знаю, потому что, ну, юзаются смоки. Сейчас будут у нас, кстати, что-то по этому замесу вернули себе немножечко. Вернули команда Дизо. Очень интересная игра. 44 минуты. Ни черта себе называется. Так, инфест-бомба. Готово. Так вот, чем плохо то, что Квапа делает инфест-бомбу? Потому что, когда Квапа прыгает, она обычно прыгает в центр событий, для того, чтобы инфест имел больше силу. Боятся выйти команда Дизо со своей базы, со своего хайграунда. Замыкается в себе. Хочет позвать психолога. Так вот. Прыгает она в центр и не может нормально дать свой ульт. То есть, чтобы он попал как можно с большим КПД. Команда Сники Брики чувствует, что она еще не готова зайти на хайграунд. Команда Дизо понимают, что они не готовы сойти с хайграунда. Я думаю, что сейчас будет какой-то... Что-то будут пытаться делать. Да, растянуть... Допушить два фланга, наверное. И, собственно, будут заходить. Но тут отличные варды защитные от команды Дизо. То есть с центряками, совсем как полагается. Кстати, гем не выбили у Скорпа. Ставится центрик, но он буквально миллиметры не дотягивает до этого... Варда, то есть и видно команду Сники Брики. Марта тем временем себе пытается добрать тут, отогнать угрозу от своей базы. Ага. Не, вообще отличная вардовая игра. Видно, что команды примерно одинакового уровня, они молодцы. Очень интересно. Даже если, блин, команды... Я не говорю именно про эти команды. Если команды там тысячи... Все, у всех средний ММР встречается с 1000 средний ММР. Да, это будет интересная игра, потому что, блин, они играют одинаково. Отличный подкоп по двоим от Леона. Запрыгивает Акс, запрыгивает отлично Скорп, но почему-то не юзает свой ульт, потому что все Реджи умирает Бан, умирает Акс. Скорп тут, я думаю, что тоже не уйдет. Да, умирает Скорп. Настреливает Акс, умирает Рики, умирает, выбивает Аегу из лайфстиллера. Мигает, заберите, падлы, гем. Летит курьер за гемом, забирается гем. Так, что тут будет с Гулей? Варда уже нету на хайграунде. Гуля запрыгивает в Огры Мага, я думаю, что его тут не выпустят. Ульт по Огры Магу идет, снайпшот. Не путать с камшотом. Так... Благодаря тому, что отличную игру по раздеварду провела команда Сники Брики, их тут не находят, да. То есть, если бы это было все видно, размансовали и ребята, убежал Огр сюда, один сюда, другой сюда. То есть, а тут раньше здесь стоял вард и здесь стоял вард. И если бы они стояли еще, команда бы потерпела полное фиаско. Покупается хекс, очень важный, на квапе. То есть теперь все-таки контроль. Понимает, что пора вернуться в лоно магической природы. Вопа. И покупает себе артефакты, которые дают инту. Можно было бы, кстати, собрать какой-нибудь... это срань господня называется. Как эта срань называется? Блин, вот бывает такое, что вылетает все нахрен из головы. Я думаю, что будет себе приобретать... Блуд Торн будет приобретать себе снайпер, если уже не приобрел. А Квапа, собственно, могла приобрести Октарин Кор, который ей бы очень порешал в замесах. Да, Блуд Торн у нас уже на снайпере. И также Хурикен Пайк у него. Девардят тут сентрики, которые наставила у нас команда. Бейн у нас, наверное, будет покупать... Не знаю. Не знаю, что. Можно здесь и Лотус Орб приобрести. Можно тут и Линзу приобрести. Я бы на его месте приобретал бы Аганим. Неплохая вещь. Особенно, когда ты будешь кастовать ульт. Даст ХП. То есть 1200 ХП это там буквально одна задувка. Сканируются команды.
пытается тут принять, отлично отталкивают тут снайпера, но Гуля врезается в него, раскастовывается, никто не мешает раскастоваться Скорпу, отличный подкоп по двоим, забирают Гулю, забирают Бэйна, Рики тут прыгает, убивает Скорпа, выбивают Гем, дальше продолжает воевать Квапа, буквально не достает чуть-чуть Акс, Квапа не прощает, просто не прощает, минус 5 в исполнении команды Сники Брики, выкупается Марта. Но я думаю, что она ничего тут не сможет сделать. Просто будет откидываться до Герами. Не, отличная игра. Я вообще, я думаю, что вы не пожалели, те, кто смотрит эту игру. Что-то пингует Марта. Не знаю, боится подойти. Также к ней тоже боятся подойти. А все... Хочет юзать БКБ. Есть БКБ, но не хотят юзать. Отходит команда Сники Брики. Хотят отпушить свои фланги. Забрать Роша, да. Даже мигают вот еще. До Роша достаточно много времени у нас. То есть опять у нас стрял снайпер. Снайпер, скажем так, и радость, и печаль команды Дизо, потому что... Несколько раз он стрял, что привело к тому, что графики вообще нереально обвалились. Его очень сильно спасали здесь, да, то есть сначала его тут хексанули, его вытолкнули, потом второй раз юзается скрим на него, его опять выталкивают, но Гуля там вообще очень плотно в него въелась. Там уже пошел free for all, как говорится, стенка на стенку, там не сильно обращали внимание на ту Гулю, но Гуля была под рейджом. Что может спасти Гулю, которая... Что может спасти снайпера от Гули, которая под рейджом? Ульт вот этого пацана. Просто ульт вот этого пацана. Я не видел, на кого кидал ульт Бэйн. Мне была интересна судьба снайпера, которого там пытались спасти реально всей команды. Лотус Орб у нас приобретает Акс. Шиву у нас приобретает, собственно, Марта. То есть Квапа. Так, Роша еще нет, еще не скоро он появится у нас. Не видят этого команды, я вам показываю. Подписывайтесь на наш канал, я вам покажу не такое. Так, я думаю, что прилетит сейчас тут, да. Юзает, приходится юзать в Марте свой БКБ, уже и так 5-секундный. Готовы заходить Сники Брики на хайграунд. Я надеюсь, что никак не повлияет мораль команды Дизо, которая, еще раз повторюсь, очень благородно поступила по отношению к своим противникам. Отдали 4 минуты своего паузного времени для команды Ники Брики, потому что у них были проблемы с Аксом. Нет, не с Аксом. Кстати, команды свапнулись. А команды-то свапнулись. Инфест-бомба запрыгивает, сразу же пытается убрать снайпера. Юзается ульт на лайфстиллера от Бэйна, но ничего не подходит. Вообще никуда ульт Скорпа. Команды дальше воюют. Рики разультился, но почему-то сразу же отменяет свой ульт. Снайпер тут настреливает, умирает Скорп, умирает Рики. Отличный подкоп. Убивают также у нас Огра и убивают Акса. То есть спасли в этот раз, собственно, этого маленького дедулю. Кстати, а дедуля мог бы собрать какой-нибудь себе, то есть арты на скорость атаки. И, ну, у него, собственно, и есть Мьёлнир. Как его? Скажите, блин, сатаник сраный. Мог собрать себе сраный сатаник и прожимать БКБ и просто стоять и наплевывать в лицо, смеющись своим противником, со своим легендарным хо-хо, хи-хи. Так, команда Дизо понимает, что их теперь очередь выходить в нападение, атаковать. У Леона тоже Юл, то есть, я почему говорю тоже, потому что тоже не приобретает, как и Скорб, как и Бэйн, не приобретает себе. Бэйн, кстати, линзу сделал. Не приобретает себе Аганим.
которые, в принципе, дают ХП, дают возможность выжить. Также, в принципе, они могли приобрести себе Ghost Skipter. Так, я водички попью, а то что-то на 54 минуты меня немножко не хватает. А у нас еще вторая захватывающая игра. Рисует какой-то Plan Lifestealer, говорит, что пацаны, пора что-то делать с этим всем. Мне уже надоело, что меня убивают, и поэтому я себе куплю Linkin Sphere. Марта тем временем себе покупает Abyssal Blade. Спонсором нашей трансляции является вода из источника. Вода из источника, приобрети себе диарею. Так. Что тут у нас? Тоже уже 5-секундная БКБ. Видят команды друг друга. Снайпер разминает огра. Огр, кстати, выходит в аганим. Теперь станов станет в два раза больше. Но ему еще долго до аганима, если честно. У Рики также БКБ. Не знаю, как по мне, он ему не сильно так и нужен прям. Война вардов происходит у нас пока что на подходе к базе. Хотят зайти с Ники-Брики, снести вторую сторону, но ставится вард немножко непонятный мне. То есть можно было чуть подальше поставить. Так, Квапа быкует, ну это понятно. Опять прыгают сразу же на снайпера, снайпера отталкивают, но отличный вообще контроль от Акса. Минус 4 в исполнении команды Сники-Брики. Живет один всего лишь снайпер, которого спасали все эти мои. Так я думаю, что здесь и не спасут. Нет, спасся снайпер. Отстреливается Дидуган. Я думаю, это ему не сильно его команде поможет. То есть у снайпера нет БКБ. Банально у него нет БКБ. Нету чем, скажем так, нету чем стоять. У него, то есть, с того момента, как команда Сники-Брики приобрела себе блинки, ему не стало чем стоять. Интересно, Квапа здесь отъедет? Я думаю, что... А, отъедет. Отличный хедшот со стороны снайпера. Забирает у нас 1400 монет, но это ему не сильно поможет, потому что сносятся вторые бараки. Это будут уже мега-крипы. Сейчас оживет ли он? Что делает этот дед? Что делает этот дед? Дед уже пытается не простить. Он такой, я вас сейчас дом трубу шатал. Я думаю, что огр тут тоже не уйдет. Убивает у нас тут и огра. Минус 3 делает снайпер. Гуля хочет повоевать с Шадоубейном, который, у которого была линза, он ее любил. Но у него было 1200 хп, Гуля ее убил. То есть все тут... Предельно понятно. Как в той песне, только не так. Гуля у нас покупает у нас... Рапира? У нас была на этом турнире рапира или нет? У нас рапира! Ничего себе! Рапира на снайпере, товарищи! У этого снайпера есть... Нет мозгов, но есть яйца. Я ни в коем смысле не хотел обидеть. Я к тому, что постоянно снайпер у нас находится где-то в гуще самых событий, да? Но ему надо стоять хрен знает где. То есть, если... Если драка происходит здесь, снайпер стоит здесь, но он-то может стоять там, здесь, где-нибудь подальше. Ему вот эти вот все артефакты позволяют, как по мне. Да, и то, как он... Я считаю, есть пары моментов, да, вот часто бывает такое, что вот твоя команда лидирует, да, там, в начале игры.
Но ты буквально там загнался, там отдался. На тебе был какой-то адский винстрик, который помог потом двум твоим противникам приобрести сразу блинкер. То все. То есть, когда начинается замес, что у нас было? У нас начался замес. Все напрыгнули на снайпера. Все начали подбегать в этот квадрат. Забирает, кстати, Сники Брики забирает себе Роша. В этот раз Рики себе забирает Аегис. Так вот, кстати, у кого сыр? Это был сырный Рош. Сыр также у Рики. У Огра, кстати, появляется Аганим. Станов теперь в два раза больше. Так вот, прыгают сюда буквально на этого снайпера. Все начинают на него сходиться, да? То есть сходится Квапа помочь. Так, тут у нас цепляют всех. Цепляет Леона. Леон уходит. Прожимает он себе ветра. Так вот, все начинают стягиваться в этот квадрат. Разрывается Квапа. Инфест-бомба. Прыгает сюда же Акс. Прыгает сюда же Рики. И, то есть, этой команде уже трудно воевать. Дизо трудно очень воевать. Опять прыгают на снайпера, но он уходит. Ты уже можешь разворачиваться, раскастовывается скорб. Отличный ульт от скорпа. То есть тут уже 4. Квапа отлетает, настреливает неплохо снайпер, но он слишком близко подошел, не знаю зачем. Умирает скорб, умирает снайпер. Тут же идут выкупы от троих. Отличный подкоп. А выкуп от Квапы, но это уже не помогает. Тут Рики появляется, хавает сыр. У него была Егис, я напоминаю. Убивает Рики. Минус 3 в исполнении команды Сники Брики. Минус 5 в исполнении команды Дизо. Отличный файт вообще был. 11 тысяч урона на 9 тысяч урона. Там уже курьер полетел что-то себе покупать. Уже у нас есть богатые пацаны. Есть богатый Бейн, который будет себе что приобретать? Что Бейн будет себе приобретать? Что-то здесь будет себе приобретать? Непонятно, где он будет приобретать. У нас мега крипы нет ни одной вышки на стороне команды Дизо. То есть отличный вообще бой. Там вообще подкопы за подкопами шли. Но у нас фишка в том, что команды находятся в очень близком расстоянии друг от друга. То есть в чем была проблема снайпера? Снайпер, кстати, умер, но забрал свою рапиру, да? Заметьте, забрал свою рапиру. Снайпер, он, я не знаю, на кого он переключился, это, наверное, была Квапа. Тут у него стоит Акс, тут у него стоит Гуля. Снайпер начинает бежать за Мартой. Нету, кстати, Вижена на базе у команды Дизо. Снайпер начинает бежать за Мартой. Сразу же выходит Акс, сразу же выходит Гуля, видят этого деда, которого они хейтят, и, собственно, они его забирают. Так, тут небольшое мне замечание по поводу стрима. Не совсем добросовестно я веду свою работу. Я думаю, что Скорб поменяет свой ник и поменяет, собственно, свой ник Леон. Не буду я себя регламентить еще раз. Так, Poor Man's Shield. Он наше все, считает Марта. Не продает его, хотя у него избыток уже 200. То есть это мог бы быть какой-то интересный артефакт. Это могло быть обновление БКБ себе. Хотят еще раз подраться с Ники Брики. Покупает себе Марта Владмир на 63-й минуте. Я думаю, что это очень важный артефакт для 63-й минуты. Как могут отбиваются команды. В это время команда Сники Брики может себе спокойненько пофармить. У нас опять
такие вот интересные качели. То есть молодцы. Ну, изменения в опыте это по большей части из-за того, что команда Ники Брики уже себе добрала свои уровни, да. И, собственно, у них изменения в опыте сильно не идет. Так, закладывается инфест-бомба. У меня скоро аккумулятор на телефоне сядет. Почему я это сказал? Потому что я веду трансляцию с телефона. Нет, у меня чат на телефоне. Я читаю чат. Ставятся сентрики, видят это. Выход у нас опять на Фантом Ассасин. Убивают Фантом Ассасин. Тут скорб у нас в сале. Выкупается сразу Фантом Ассасин. Юзается никуда скрим КВП. Убивает скорпа. Кстати, Блуд Торн у нас появляется на квапе. Убивают Огра. Пытаются, забивают полностью, забивают Гуля на все. Пытаются снести трон. Убивают Квапу. Убивают Рики. Убить должны сейчас и Акса. Я думаю, сейчас... Как же вообще раздает этот снайпер? Трипл килл от снайпера. И должны сейчас отбиваться от этих мега крипов. четыре триста плюс по голде команда Дизо. Но крипы давят, крипы поджимают. Блинкер покупает себе. Бейн. Как же он быстро настреливает. Я думаю, что тут тоже можно поровщику артефактов поменять. Я, кстати, ни разу не видел, чтобы дед юзал свой Blood Thorn. Может, я ошибаюсь. Но он по большей степени просто бежит, а потом у него не хватает ренджа, чтобы кинуть этот Blood Thorn. Я думаю, что Дайдалус был бы ему более эффектнее, выглядел бы для него. Кстати, у деда у нас появились тревела. Следующий ботинок он не грейдит. Но он может, кстати, загрейдить свой следующий ботинок, да? Дед собирается Солянова снести вышку. Даже несмотря на то, что стоит там backdoor protection. Подходят крипы. Так, дед тут должен уже убегать, потому что это может быть плохо закончится. Сейчас в тупую Гуля может полететь с инфест-бомбой, с квапой, потому что у них есть ТП-шечки. Так, принимают тут Рики. Убивают Рики. Довольно-таки легко, потому что у нас гем есть на Бейне. Все тут перерождаются, да, и я не знаю, что снайпер реально хочет со всеми повоевать. То есть вот этими тремя буками он хочет повоевать. Они же ему сейчас этого не простят. Не отпускается снайпер, делается очень долгий телепорт. Принимают снайпера. Почему долгий телепорт? Наверное, потому что только что летел Бейн. Нет, Бейн не летел. Вот, но был очень какой-то долгий весьма телепорт. Рапира, кстати, у кого рапира? Кристаллайз. Я так понимаю, да, вот рапира у нас на Гуле. Я думаю, сейчас Гуля тупо врубит рейдж и начнет добивать трон. Дезолятор у нас покупает себе за место рапиры. Ага. У нас сразу же команда идет суицид в трон. И у них это получается. Весьма-весьма интересная игра. час 55 на 58. Час 07. Мы играем. Это было очень интересно. Собственно, вы можете посмотреть пока что статистику. 17 смертей у Рики. Но они были по итогу оправданы. Мы отправляемся буквально на короткую паузу. То есть я думаю, что вторая игра будет не менее интересной. Ждем вас, ребята, на вторую игру. Если вам понравился канал, тоже обязательно пишите в чате и участвуйте в наших общениях, обсуждениях.
И подписывайтесь на канал, и ждем вас на вторую игру, которая буквально начнется через 5-7 минут.